Здравствуйте, вы смотрите канал компании Фотопроцентр, и сегодня мы с вами рассмотрим фоторюкзак от компании Green Bean Military 02. Рюкзак сделан из хлопка. Это позволяет не образовываться конденсату, потому что ткань дышит. Также ткань сама покрыта, точнее пропитана водоотталкивающим составом, чтобы защитить от влаги вашу фототехнику. Но этого не всегда достаточно, поэтому в комплекте имеется дождевик, который поможет вам в неблагоприятных погодных условиях. Дождевик очень компактный, помещается он сам в себя. Выворачивается наизнанку и таким образом надевается на наш рюкзачок. Давайте посмотрим на рюкзак изнутри. С наружной стороны мы видим карманы. Один вертикальный, другой горизонтальный. Накидная часть снимается за счет кнопочек, пуговок. И открывает нам другие карманы. Но к ним чуть позже. По бокам имеются вот такие накладные карманы. Достаточно вместительные, тоже на пуговках. А сбоку, с одной стороны, имеется вот такая консоль. Сюда можно поместить стойку, штатив или что-нибудь другое. Сзади у нас имеется грудная перемычка, стяжка, чтобы стянуть между собой лямки. Ручка, она съемная, на карабинах. Здесь также имеются вот такие вот консоли. Сюда можно тоже что-нибудь зацепить. Сюда можно положить дождевик. Здесь один карман без консоли. Ну что ж, давайте заглянем все-таки внутрь. Открываем верхнее отделение. Здесь есть несколько карманов, два для ручек, и сюда можно поместить, например, ваш фотоаппарат, если он достаточно большой. Следующий карман. Здесь у нас вот такие вот деления на липучках, то есть можно трансформировать под себя, можно разложить тут объективы, ну и прочую фототехнику. И одна из особенностей. Таким образом, мы можем совместить все в одно большое отделение, убрать вот эту вот коробочку и снять вот эту перегородку еще нужно. Таким образом, можно попасть в другое отделение. Зачастую на съемке необходим ноутбук. Сюда можно поместить ноутбук диагональю до 14 дюймов. Ну а что, всякое бывает. Может показать, как он сидит еще. Аж сам хочу! Замечательный рюкзак, очень удобно сидит. Защищен от влаги и прекрасно подходит не только для фототехники. Вы смотрели канал компании Фотопроцентр. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые видеообзоры. Пока!